суд представлено самое актуальное искусство, которое только может быть. Самое звонкое, самое лаконичное, самое информативное, самое эмоциональное – это искусство плаката. Которое сегодня у нас открывается, выставка плаката. Это то искусство, которое целиком и полностью защищает все доброе, светлое и настоящее Родину, конечно. И сегодня здесь нам самое-самое, говорил Александр Васильевич, самое-самое острое блюдо в смысле сатиры и сатирического отношения к тем или иным явлениям. Самые патриотические вещи здесь отражены. И поэтому плакат вечно жил, жил и будет жить. Эта выставка не состоялась бы, если бы не гражданская позиция депутатов от КПРФ. И они, в общем-то, были инициаторами этой выставки и взяли на себя бремя по организации и финансированию этого, в общем-то, затратного мероприятия. Потому что каждый плакат нужно было очень быстро напечатать хорошего качества. И без их помощи, конечно, это бы не произошло. И позвольте предоставить слово депутату Государственной Думы Святославу Михайловичу Соколову. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Я думаю, что присутствующие на этой выставке понимают, что не просто наше участие, но еще и позиция директора этого выставочного комплекса сегодняшний день, наверное, имеет значение для того, чтобы подобная выставка состоялась. Это выставка, как мы с вами, наверное, уже успели убедиться, имеет определенный оттенок другого мнения, чем официальное мнение о сложившейся ситуации и складывающейся сегодня и в перспективы для России. И это, безусловно, сегодня определенный патриотический шаг. Доктор философских наук, первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Васильевич Воронцов. Пожалуйста. А вот сегодня здесь я с удовольствием вижу, что люди, наши художники, наша творческая интеллигенция стала осмысливать, а что же с нами происходит, а что же мы сделали за последние 20-15 лет. И поэтому я вижу очень критический тон к нашей действительности, она таковая и есть, и я с удовольствием просто смотрю на эту выставку.